Это окно интересно тем, что у него стоит электропривод. То есть это умное окно, оно будет, когда надо открываться, когда надо закрываться. Датчик вот, собственно, этот сам привод. Сверху. К тому же это окно снабжено датчиком дождя. Виталий, а что этот датчик делает? Дождь, когда... Дождь пойдет, окно закрывается. А, то есть датчик дождя автоматически закрывает окошко, когда начинается дождь.